Всем привет, сравнение смартфонов Oppo A74 в синем цвете, версия на 4 гигабайта оперативной памяти, 128 гигабайт встроенной памяти. Против Apple iPhone 7, это на 64 гигабайта смартфончик вот в черном цвете. Тройная камера против одинарной камеры. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. По материалам корпуса, тут пластик у iPhone цельнометаллический корпус, тут пластик глянцевый. Вот на передней части 6,4 дюйма против 4,7 дюйма у iPhone 7. Вот. Тут безрамочный дисплей. Тут есть рамки сверху и снизу. Снизу кнопочка для управления. Сверху датчики, фронтальная камера, разговорный динамик. Справа кнопки включения. Слот на 1 нано-сим карточку. У Oppo слот на 2 нано-сим карточки. Вот он на левой грани. Есть джек для наушников. У iPhone джека для наушников нет. Хорошо, разблокируем устройство. Так, по дисплейчикам. Дисплей AMOLED у Oppo. И там 60 Гц частота обновления кадров. Разрешение лучше у Oppo. У него Full HD+, тут HD+ у iPhone. У iPhone IPS дисплей, но у него есть такая фича, как 3D Touch. Вот. Тут просто стандартный Full HD дисплей AMOLED. По восприятию дисплея мне больше нравится, как выглядит AMOLED дисплей. Более яркий. Тут такой более, ну, тоже хороший IPS дисплей, но чуть менее яркий, чем AMOLED. Окей, перейдем в синтетические тесты. Geekbench 5, посмотрим на технические характеристики. iOS 14.4, Apple A10 Fusion 4-ядерный, 2 гигабайта оперативной памяти. Тут 4 гигабайта оперативной памяти. Процессор Snapdragon 662 8-ядерный, 4+4. Вот, и смотрим на результаты тестов. В сравнении одноядерный мультиядерный тест. Вот iPhone его выигрывает, и одноядерный, и мультиядерный тест. Смотрим Antutu Benchmark, цифры в Antutu Benchmark. 197 тысяч, у iPhone больше 200 тысяч, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Что не хочет показываться Antutu Benchmark. Не хочет выдавать результат, но... Там у iPhone чуть больше, в районе 220 тысяч. Вот, примерно так. Окей, давайте перейдем в браузер смартфона, посмотрим на скорость загрузки страничек в интернете. Перейдем на сайт Samsung.com. Перейдем по этой ссылке. Быстро загружается и там, примерно одинаково. Назад iPhone возвращает быстрее. Еще раз сюда, по скорости загрузки. Вот полностью прорендерили страничку, они примерно одинаково. Вот, но назад-то видим, что iPhone вот насколько стабильнее возвращает назад. Сюда перейдем тоже. Загружает они примерно одинаково, но вот назад постабильнее работает iPhone. Да, тут идет заново перезагрузка, перерендеринг всей странички. Хорошо, закрываем. Откроем тяжелую игрушку PUBG Mobile одновременно, посмотрим, как она загрузится на устройствах, как быстро. Ожидаем загрузки. Небольшое обновление и там установилось. Тут нужно перезагрузить. Но Oppo загружается быстрее, но тут обновление установилось без перезагрузки. Может, там чуть меньше обновления было. Но все равно, да, примерно сравнить можем, что где-то плюс-минус одинаково бы загрузилась игра. Сейчас уже подождем полностью загрузки. Графика на Oppo низкая. Не минимальная, но низкая. Выше поставить нельзя. Сейчас смотрим, какая графика на iPhone. Видим, на iPhone графика будет идти получше. Максимум графики, высокая частота кадров. То есть
Вот так вот. Лучше будет работать по мобайлу, загружается примерно одинаково, но лучше работать в целом будет на айфоне. Хорошо, теперь покажу вам пример снимков на камеру этих устройств в сравнении. Сможете оценить их качество. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!